Приветствую. Хочу описать вам ситуацию, с которой можно встретиться сейчас на дорогах, как водители, так и пешеходы. Во многих городах, населенных пунктах устанавливают светофоры с обратным отсчетом, то есть он показывает, сколько можно ехать, например, пока зеленый горит, или идти пешеходу, и сколько нужно ждать, ну, пока красный, идет обратный отсчет. 30, 29, 28, 27. Так вот, друзья, я только что попал в ситуацию, в которую попал я и целая толпа пешеходов. Дело в том, что я поворачивал направо по загоревшейся мне зеленой стрелочке, и тут справа, параллельно, соответственно, моему движению, толпа начинает переходить дорогу. Почему? Потому что был обратный отсчет, им пешеходный красный свет, 5, 4, 3, 2, 1... И эта толпа стартует. На самом деле после этого загораются красные прочерки и продолжает гореть красный свет пешеходу. То же самое бывает на светофорах для водителей. То есть загорается, идет обратный отсчет, красный, потом 3, 2, 1 и прочерки. Стоим дальше. Я не знаю, или это какая-то проблема в программировании светофоров, но я с этим сталкиваюсь уже не в одном городе. И хочу сказать, что из-за этого могут быть аварии, ДТП, и мы к прошлым светофорам привыкли, все уже там на красный дергались, а кто-то еще пролетал, из-за этого огромное количество трагедий и аварий. А здесь получается ситуация другая. У людей складывается, впечатление, что если обратный отчет, то когда 3, 2, 1, значит на 0 это загорится зеленый, надо идти. Нет, очень часто горит дальше красный, горят прочерки. Поэтому будьте осторожны, не торопитесь, не перебегать дорогу, не переезжать перекресток. Вот у меня только что ситуация, в которую я попал, получилось, что вот толпа, которая бросилась на пешеходный бежать, просто там очень всегда большой поток пешеходов, передо мной еще ехала машина, сигналила я, соответственно, потому что буквально бросились под колеса, и когда я остановился, и просто увидел на глазах у людей, что они смотрят на ту сторону дороги, на красный, и не понимаю, причем, если там стоит 30-40 человек на пешеходном шириной в 6 метров, то вы понимаете, что остановиться, двигаться назад, это может быть не так легко. Короче говоря, вот в городе Харькове это такое, на перекрестке улицы Сумской, когда вы поворачиваете направо на проспект Правды и перед площадью Свободы. Но есть на многих перекрестках. Так что будьте осторожны, не торопитесь, будьте внимательны к таким светофорам и к таким ситуациям. Желаю всем оставаться здоровыми, живыми и счастливо. На дороге и на тротуаре и в жизни. Всем пока!